Память о погибших во время войны солдатах и партизанах хранит молодежь Сморгонщины. 9 мая на площади Ленина учащиеся городских школ провели акцию «Спасибо за победу». Так ребята выразили благодарность людям, которые завоевали мир и спокойствие для будущих поколений. Я являюсь патриоткой своей страны. Я считаю, то, что 9 мая – это очень важный государственный праздник, так как мы должны чтить, помнить то, что у нас было давно, то, что было в прошлом. Мы – поколение, которое должны изучать это, можно сказать, углубленно. По возможности считаю, что нужно навещать ветеранов, ведь они те самые люди, которые заслужили, чтобы о них помнили все это время. 9 мая – это для меня праздник, можно сказать, почета и памяти моих прадедов, прабабушек, которые воевали. Этот праздник не должен никто забыть, потому что многие отдали свои жизни ради нас, чтобы мы родились на свет под чистым небом. Чтим память наших предков, которые приняли участие в годы войны. И я считаю, что это очень великий праздник. 9 мая – это не просто число, это огромная дата. Сегодня я принял участие в акции «Спасибо за победу». И это правда очень важная часть, ведь мы должны чтить эту память и всегда этим гордиться –